أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. Поблагодарив нашего сегодняшнего чтеца Корана, я хочу начать этот эфир, прямой эфир онлайн, друзья мои. Самый необычный, самый хороший. По нашей заставке уже поняли, что и по этому началу поняли, что наш сегодняшний эфир будет немножечко необычный. Всегда к такому эфиру я лично всегда готовлюсь особенно. Это всегда необычные эфиры, всегда очень искренние эфиры, всегда очень эмоциональные, на которые надо настраиваться особенно. И сегодня всю эту палитру разных эмоций и чувств мы, иншаллах рахман, испытаем. Почему? Потому что сегодня, именно здесь и сейчас, в прямом эфире, мы будем разыгрывать поездку в хадж от наших давнишних друзей аккаунта Умра, нижнее подчеркивание, хадж. Друзья мои, здесь и сейчас, в прямом эфире, мы начинаем, запускаем, да, вот это наше общение и наша передача. С вами ведущий Магомед Расул Абакаров. И первого, кого я хочу пригласить для этого общения, человека, которого генератора этого всего, руководителя проекта Умра, хадж, Султанова Фатиму. Добро пожаловать, Фатима. Слушайте, рад, во-первых, вас приветствовать. Давайте мы немножечко нашим телезрителям дадим возможность. Нет, вы там стоите, я здесь. Будем прямой эфир. Какие-то накладки так или иначе случаются. Фатима, я счастлив, что мы с вами познакомились. Счастлив, что этот проект у нас запущен. Ну вот вы мне скажите, пожалуйста, почему Умра хадж называется вот этот? С чего вдруг он начался? И почему Умра хадж? Секундочку, мне подсказывают, что надо, чтобы включить вот этот микрофончик и начать. Да, мы когда начинали этот проект, мы вообще не думали, что он приобретет такие огромные масштабы. И наш первый конкурс, он начинался с розыгрыша путевки на Умра. И так как мы знали, что не все знают, что такое Умра, и мы поэтому в конце добавили слово хадж. Умра хадж. И вот так как-то осталось. Фатима, как человеку в голову приходит, что должно произойти с человеком, который вот вдруг начинает разыгрывать путевки в хадж? Люди айфоны разыгрывали, автомобили разыгрывали, еще что-то разыгрывали. Вам приходит в голову разыгрывать в хадж? Я знаю эту трогательную историю. Но масса людей, которые нас смотрят где-то на Камчатке, и они абсолютно не слышали эту вещь. Пожалуйста.
С чего начиналось, наверное, каждый, кто услышал эту историю, говорит, нам, наверное, надо умереть для того, чтобы начать что-то подобное. Давайте пускай все жить будут. Да, чтобы все долго жили. На самом деле, с чего начиналось, я занималась абсолютно другим, но тоже с Инстаграмом связанной, я писала тексты. Вот, и в какой-то определенный момент так получилось, что мне нужно было очень поздно сдать текст, и для того, чтобы как-то вот взбодрить себя, я включила чайник, должна была налить чашечку кофе, и как-то забылась, я не знаю, я начала пить кофе, я чувствую, что мне оно не помогает. Я позвонила подружке, осталось с ней разговаривать по телефону, и уже где-то минут 20, полчаса проходит, но бодрость не приходит. И я хотела уже, я сидела на кухне, хотела положить голову там на сиденье, думала, хоть чуть-чуть посплю, и как-то уже наклонялась, и в один момент я резко встала и почувствовала запах, что конфорку от печи, кажется, не выключила, и вся квартира у меня провоняла. И как-то вот так потом я под утро позвонила сестре, она сказала, что если человек должен был умереть и не умирает, то это говорит о том, что Всевышний для чего-то подготовил. Создан, наверное, для какой-то миссии. Ну, и в этот момент вы поняли, что я должна что-то сделать, я должна принести какое-то светлое, нет, доброе людям. Нет, я, честно говоря, об этом не думала, потому что это случилось совершенно неожиданно. Вот через неделю пришла просто эта в голову идея, я поделилась об этом со своими друзьями, и они сразу поддержали, и вот так. Вы что-то в голове у вас щелкнуло, да? Простите меня, может, я какие-то такие вопросы не совсем корректные задаю. Эта неделя уже была другая, что ли? Вы по-другому на жизнь начали смотреть, что ли? Наверное, как-то по-другому стала смотреть на жизнь, но я ничем абсолютно не занималась. Просто вот сидела, переписывалась и сказала, а давайте хадж разыграем, и все. Больше ничего. Слушайте, вы ожидали такого вала, который начался? Нет, я думала просто путевка на Умра разыграть и оставить. Потом уже люди стали просить, давайте еще. Мы разыгрывали раз в месяц. Слушайте, у вас 459 тысяч подписчиков. С чего начиналось? Какая цифра это была? Первый раз, когда участвовали, было 40 тысяч человек. И сейчас это почти 500 000. Это во сколько? В 10 раз это все выросло? Да, за полтора года. Альхамдулилля. Вот люди живут ради этих лайков. Вы когда выставляете посты, вы о чем их делаете? Что вам важно вот в вашем аккаунте? Для меня в первую очередь важно популяризировать именно вот пятый столб ислама, чтобы у людей возникло желание совершить хадж. Потому что я уверена, что вот эти полмиллиона человек, которые подписаны, это те люди, которые хотят хадж. Или не хотели и уже хотят хадж. Или там передарить кому-то путевку. Или возникнет желание когда-то. Я знаю. Слушайте, Фатима, часто пишут «благодарят». Да, на самом деле у меня директ переполнен сообщением благодарности. Это в первую очередь, конечно же, нашим спонсорам, которые и доверяют, и надеются, и несмотря ни на что, на количество их подписчиков, несмотря на то, будет им какая-то реклама или нет, они дают деньги, несмотря ни на что. И, альхамдулилля. А троллят за что? Чтобы те люди, которые сидят постарше, а у нас аудитория, как правило, телевизионная, это люди, которые постарше, слово «троллит» обозначает, за что упрекают, да, вот, человека. Ну, они начинают говорить, вот зачем ради рекламы это делать, вот если вы хотите дать... То есть есть люди, которые реально конечно, так думают? Конечно, есть. Ну, я считаю, что на благом деле всегда должны быть какие-то подводные камни, потому что без этого легко никогда не бывает, и как заработать рай? Подводные камни. Вот, какие подводные камни? Слушайте, давайте. Я понимаю, что 1000 вопросов есть, и у меня 1001 вопрос есть наверняка у наших зрителей замечательных. Более того, наверняка они сейчас поступают на наш номер телефона, который мы обычно используем во время онлайна. И более того, идет прямая трансляция на Инстаграм-аккаунте этого замечательного. На этого замечательного аккаунта «Умра нижняя подчеркивание». Почему не «Хадж Умра»? Почему не «Хадж», не «Умра точка хадж»? Почему «Умра нижнее подчеркивание хадж»? Ну, как-то само по себе получилось. Так получилось. Да, так понятно. Получилось. Я хочу поговорить с вашим победителем, одним из победителей. Галия, пожалуйста, проходите. Проходите, принимайте этот микрофон. Друзья мои, хочу представить вам победителя одной из путевок на хадж в этом году, 2018. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда? Добрый вечер. Меня зовут Амарова Галия. Я преподаватель Дагестанского гуманитарного института. Слушайте, вам, наверное, по блату достался этот... Нет, я участвовала в конкурсе. Вам не говорили такого, не писали? Нет.
Фатима, вас не упрекали за то, что вот, почему именно вы? Я хочу сказать, что эта замечательная девушка выиграла конкурс «Золотые правила нравственности», который был инициирован муфтиатом и поддержан комитетом по свободе совести Республики Дагестан. Это замечательный проект, который, ну вот, в этом году только вот стартовал, и проводился конкурс среди руководителей, воспитателей и даже среди детей. Но это отдельная тема. Слушайте, что это за проект был, как это было? Как вы доказывали, что я самый такой, самый нравственный, что ли? Нет, это был конкурс среди преподавателей, который состоял из трех этапов, первый, второй, третий тур. На первом этапе необходимо было рассказать о той концепции, которую вы используете при обучении ваших студентов либо детей. Да. Причем участвовали преподаватели не только высших учебных заведений, начиная с садиков, школ и, опять-таки, СУЗов и ВУЗов. Вторым этапом было провести мастер-класс, и третий был уже предоставить план-проект по развитию нравственности у обучающихся. Вас именно путевка в хадж мотивировала или как? Или руководитель собрал, сказал, все участвуем в конкурсе, все, никаких вариантов? Нет, история была гораздо интереснее. Ну, как было, это было, произошло по случайности, можно так сказать, потому что в мои планы не входило участие в этом конкурсе. Это произошло абсолютно спонтанно. Я думала, что дальше первого тура я не пройду и сделаю это просто для галочки. Так, когда вы поняли, что вы проходите, и все это уже как бы к финалу подошло, более того, вы уже рассматривались как один из победителей, вы знали, что вы можете попасть в хадж? Нет, я считала, что там были люди и достойнее меня, и с большим мастерством педагогическим. Но это стало для меня неожиданностью. Вы в хадже были? Нет, ни разу. Ни разу? Вот у вас достаточно хорошая речь. Я так понимаю, вы не из Дагестана? Нет, я с Дальнего Востока. С Дальнего Востока. Вы приняли ислам? Да. Слушайте, друзья мои, как замечательно, хорошо. Вы когда узнали о том, что вы в хадж поедете, вот что ощущает победитель, который вот хадж? Эйфория. Ощущение такой возможности искупить то, что ты натворил уже свою такую искупить то, жизнь. Что я натворил. Как может это говорить новообращенный, которому просто вот перечеркнули все, что он натворил, и сказали, живи, у тебя чистый лист, чистый. Это еще одна возможность, наверное, начать еще раз все с чистого листа. С кем поделились новостью? Ну, меня поддерживал на всех этапах мой супруг. А супруг был хаджи? Нет. Тоже не был? Не был. Но я надеюсь, вы вместе, да, мы вместе. За ручку Мешала. И вместе товар будете совершать. Вы уже мечтали, как вы это будете делать? Знаете, до конца до сих пор не верю, наверное, когда наступлю туда, на священную землю, я поверю. Вы знали об этом замечательном аккаунте «Умра нижнее подчеркивание хадж»? И вы подписаны, надеюсь, на да, него конечно. Были? А, тогда нет, не была подписана. Тогда не были? Нет. А в этом конкурсе участвуете? Вот в этом нет. А почему? Вдруг муж бы выиграл бы? Ну, уже все. Уже, уже, все, есть, уже да. все оплачено? Да. То есть, вы все-таки, я вам просто советую на будущее. Вы подписывайтесь. Если вдруг выиграете, знаете, что мы всегда рядом. Хорошо. Так, какие-нибудь пожелания нашим телезрителям? Я всем желаю расширять свои рамки и выходить за них, как это получилось у меня. И мало кто знает, может быть, Всевышний вас тоже так неожиданно позовет в хадж. Иншаллах рахман. Я надеюсь, перед тем, как сейчас уже выйдут наши чтецы нашидов, я надеюсь, что вы на этих священных землях будете молиться не только за себя, но и за нас. И за этот прекрасный аккаунт, и за всех тех, кто подписан на него. Слушайте, вот нет такой определенной ревности. Кто-то так бесплатно получает эту путевку в хадж, да? А вы так... потели, скажем так, знанием добивались. Нет, для меня это был прекрасный опыт. Я благодарна всем людям, которые организовали этот конкурс, и Всевышнему, конечно, за эту возможность. Дай Аллах, чтобы Всевышний облегчил эту дорогу, и с принятым хаджем, чтобы вы вернулись к нам на землю с этих священных земель, сами тоже освященными и светлыми. Какими. Оставайтесь всегда такими. Давайте послушаем, друзья, маленький нашид в исполнении группы «Нашидуль Ислам». Я Шафи Ашуров, друзья мои.
فعلى نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الأمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى بنضال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الأمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى بنضال هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قطال مهما الشر بها قطال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلال تبدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعال وتخبئ كنزا فتعال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال Благодарим. Группа «Нашидул Ислам», друзья мои, это онлайн. Мы продолжаем прямой эфир. С вами в студии Магомед Расул Абакаров. И мы сегодня разыгрываем путевку в хадж в прямом эфире. В прямом эфире на канале ННТ и в прямом эфире на инстаграм-страничке «Умра нижнее подчеркивание хадж». И все люди уже давно ждут, когда мы уже сделаем и нажмем на эту заветную кнопочку генератора случайных чисел. Поэтому я попрошу наших техническую службу. Друзья мои, вы видите, все... То есть уже вывели, да? Я хочу сказать, уже вывели этот генератор случайных чисел, как он называется?
Ну, один из каких-то генераторов, которые есть в интернете, те люди, которые немножечко знают интернет, да, они понимают, как это все делается. Итак, как обычно, все подписчики, которые были подписаны на, в данный момент на розыгрыш путевки в хадж и 200 тысяч рублей, это второй приз, который разыгрываться будет сегодня, они в программе Excel загружены, все эти аккаунты загружены в программу Excel, программа Excel их пронумеровала. Друзья мои, еще раз, программу Excel дайте мне, если можно, чтобы я немножечко объяснил, как это. У каждого из нас есть свой номерочек. Ну, подписчикам не обязательно знать, какой это номер, но в случае необходимости ссылочки в шапке аккаунта находятся, и человек может, в принципе, посмотреть при желании. Это, ну, не обязательно нам это знать. А генератор случайных чисел сейчас определит одного счастливчика из 20, скольки тысяч там было? Давайте еще раз посмотрим. 28 254 человека подписаны, друзья мои, в этот раз на и хотят попытать счастье и отправиться к священным местам Мекки и Медины. Естественно, мы желаем всем вам, всем нам удачи. Но счастливчик будет один. Сегодня будет он один. И нажать вот эту кнопочку заветную я предлагаю победительнице, которая буквально недавно с нами говорила, Амарова Галия, если можно, один раз, пожалуйста, нажмите на вот эту мышечку, и генератор случайных чисел нам выдаст число, после которого мы будем посмотрим в этой программе Excel, за кем оно закреплено. Итак, бисмилляхи рахмани рахим, нажимайте. Один раз, я вас прошу. 26 940, друзья мои. 26 940. Это число сейчас вышло на экран, и мы в программе Excel сейчас, наша техническая служба найдет обладателя этого числа, посмотрим, какой аккаунт. По умолчанию люди, которые достаточно часто знают и были подписаны на страничку, они знают правила, они должны были быть подписаны на всех спонсоров. Наш руководитель этой странички, Султанова Фатима, посмотрит этих спонсоров в случайном порядке, это обязательное условие. Далее, ну, аккаунт уже открыт, мы видим, это замечательно. Так, это вот этот аккаунт, Ахмед Тачиев, 35-39. 5 публикаций у человека, 352 подписчика. И сейчас руководитель аккаунта Фатима Стамбул Султанова просматривает этих спонсоров. Это обязательное условие, подписка на всех спонсоров. И чтобы аккаунт был открыт. Аккаунт оказался открытым. Что у нас происходит? Все. Друзья мои, мы только что разыграли путевку в хадж. И 28 939 человек сказала: «Эх! Как жаль, что опять мимо. Но, алхамдулилля, Всевышний Аллах нам дал эти возможности. Одному из нас посчастливилось, и мы на самом деле искренне рады. Я надеюсь, наши коллеги сейчас постараются созвониться с этим человеком. И, как правило, мы начинаем писать на страничке это смс-сообщение с поздравлениями и так далее. Пожалуйста, дайте этому человеку по возможности, кто знает, либо предупредите, либо как-то дайте знать, чтобы он вышел с нами на связь, прямой эфир. Мы ему уже пишем в директе в Инстаграме. И я надеюсь, он в ближайшее время с нами свяжется. А пока давайте все вместе посмотрим один из роликов, маленький отчет о том, как проводят поклонение люди, которые стали уже обладателями этих путевок. И одна из героинь, она совершила малый хадж в месяце Рамадан в этом году. Давайте посмотрим ролик вместе. Меня зовут Альфия. В умра хадж я попала
совершенно случайно, сама того не ожидала. Путевку мне подарила подруга Айша, так как она выиграла в проекте «Умрахадж». И она знала, что это моя большая мечта с мужем поехать была. И она говорит, вот, что она хочет быть причиной того, чтобы исполнилась моя мечта, мое желание. И вот так она подарила мне путевку. Эта путевка еще послужила тому, чтобы мы с мужем пришли в себя, так как у нас до поездки в хадж в семье случилась такая трагедия, у нас была беда. И в хадже вместе с Каабой, с домом Аллаха, и как-то мы пришли в себя, и муж восстановился. И, ну, чудо Аллаха, это было вообще неописуемо. Это человек сам должен испытывать вот это все. Целый месяц — это такое большое счастье. Это, наверное, и не каждому дано. Нужно было с утра до ночи, и до утра, естественно, там, так как совершали таравихи с 9 до 3 утра. Потом оставались до утреннего намаза. И получается, после утреннего намаза, вот где-то вот эти 2-3 часа, мы ходили в гостиницу, чтобы выспаться. А потом уже к обеденному намазу заново в мечеть Харам. И до утра там, наверное, и не привыкали как-то. В первый день как-то было тяжело, а потом уже человек, как говорится, ко всему привыкает. А самое главное, Всевышний Аллах помогает сам. Аллах дает силы, и ты как бы не чувствуешь ни усталости, ни боли, ничего. Ждали вот наступления ночи, чтобы совершать эти таравихи, которые проходили. Бывало, что 15-20 минут даже проходили, вот стояли один ракат. Да, самое незабываемое, когда ты дотрагиваешься до двери, и ты знаешь, что это место, когда ты дотрагиваешься до дверей Каабы, это место, где Аллах не отвергает дуа паломника. Это не передать словами. Дай Аллах, чтобы каждый, кто мечтает, вот, чтобы у каждого исполнилась эта мечта. И я вспоминала всех-всех, и в своих дуа, и про свой Дагестан, про своих алимов, про всех родственников, про друзей, про всех, кто просил делать за них дуа, и кто не просил, всех вспоминала и всем делала дуа. Дай Аллах, чтобы Аллах принял дуа всех паломников. Друзья мои, это онлайн, мы продолжаем прямой эфир. Только что, буквально за несколько минут до этого включения, мы разыграли путевку в хадж 2018 года. И обладателем этой путевки стал человек под аккаунтом Ахмед Тачиев, 3539. Я надеюсь, в ближайшие минуты мы, ну, как хотя бы до конца эфира сможем с этим человеком поговорить. И только что смотрели ролик с одним из победителей путевки на Малый Хадж этого года. Это замечательная семья Хайбулаевых. Альфия Хайбулаева вместе с мужем в месяце Рамадан были в хадже в этом году. А пока я хочу поговорить еще с одним победителем. И давайте пригласим сюда Чигуев Тагир. Уважаемый друг мой, возьми, пожалуйста, микрофончик и выходи. Что, как вообще, почему некоторых Всевышний Аллах выбирает? Но мы, судя по ролику, Всевышний Аллах выбирает кого-то из нас, и это бывает не случайно. Сейчас давайте ко мне микрофончик, я передам его нашему обладателю путевки в хадж этого года. Тагир, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Слушайте, друг мой, вы чем занимаетесь? Я сотрудник МЧС, работаю в МЧС, пожарная часть. Вот ваша благородную руку. Это у пожарников, когда работа бывает, она на самом деле очень сложная. Но некоторые... Не пожарники, а пожарные. Пожарники — это которые поджигают. Хорошо, что подправили. Пожарный. Слушайте, дай Бог, чтобы у вас работа проходила достаточно, скажем так, в режиме лайт. У вас так все нормально? Спасибо. Много бывает этих таких чрезвычайных ситуаций? Ну, хватает все равно. Я всегда говорю, чтобы
в нас в службах жизни обеспечены, чтобы люди не нуждались. Дай Аллах, чтобы у вас Аллах. Всегда в, вот, да. в режиме таком чтобы прошли, тоже чтобы всегда. Чай пили и смотрели канал НТ со всеми передачами, в том числе и передачи онлайн, где мы будем разыгрывать эти путевки. Вы подписаны на эту страничку и получили путевку. Я правильно понимаю? Правильно. Вы в какой момент вы вообще узнали о аккаунте Умра Хадж? Ну, достаточно, наверное, давно. Друзья посоветовали, что есть такие страницы, можно подписаться и можно выиграть. А не было такого? Хадж. Да там они все равно что-то такое делают, там, может быть, мне не подфартит, как говорю. Вот, ну. вот сейчас из 28 939 человек там обязательно есть... Несколько, которые скажут, конечно, они все равно да. там кому-то своим дают. Ну, или мне подписывались и говорят, да мне все время не везет. Все так говорят, пока не повезет. Ну, надежда, конечно, была, но все равно, наверное, тоже считал, что там есть более достойные люди, чем я. И, ну, один момент, ну, вначале я даже смотрел, вот прямые эфиры всегда смотрел и наблюдал, переживал, поздравлял, кто выигрывал. Ну, потом уже даже прямо не смотрел, потом после же ролики иду, тоже наблюдал, смотрел. Ну, один день тоже не так, смотрел я прямо эфир. Так, вот, очень вот хорошо. С родителями, ага. вот с работы пришел, с родителями сижу, и соседка звонит, Тагир, поздравляем. Я говорю, с чем? Ты, говорит, выиграл путевку на Умра. Вот микрофон поближе сейчас, вот в этот момент. Путевку на Умра выиграл. Так, говорит. И? И я говорю, ну, это, говорит, еще неизвестно... Открыл страницу свою, посмотрел, но там тоже... Директ посмотрел, да, сообщение. Так. Сколько сообщений в тот день было к вам? Наверное, очень много. Звонят все, вот, наверное, достаточно долго звонили, поздравляли вы все, сидели, кто знает. Вы сидели в этот момент, да? Да, да, я сидел. Вы себе не задали вопрос, что я такого сделал, почему Всевышний именно мне дал? А потом подошел к зеркалу и все понял. Да, я достоин. Не сказали, да? Нет, конечно, нет. Наверное, алхамдулилля, Всевышний знает, наверное. Наверное, было что-то. Что-то наверное. Было. Вы на Умра поехали? Нет. Собирайтесь. Я, так как я не был ни разу в хаджи, я переоформил, хадж переоформил да. путевку на хаджи. Ну, и как... на днях 8-го, иншаллах, поеду. Готовитесь, читаете. Да-да, готовимся. Хотите, я вам дам очень хороший, серьезный совет, учитывая то, что мне посчастливилось быть в хаджи. Конечно. У нас у всех бывает мандраж, у людей, которые отправляются в хадж, бывает один единственный мандраж. Вдруг я что-то пропущу. Слушайте руководителя, и вы ничего не пропустите, я вас уверяю, просто слушайте руководителя. Внимательно слушайте. А учитывая то, что Марва-тур привлекает самых таких серьезных, ну скажем, опытных людей, я вас уверяю, у вас все получится. Да, у нас очень хороший руководитель. Слушай, даже не сомневаюсь. Так, и вот сердце как оно? Аритмия что-нибудь беспокоило после этого? Ну, конечно. Ну, бывает эмоции какой-то, переполняли. Бывает какой-то сон, я не знаю, какие-то полунамеки. Там, что-нибудь было по поводу того, что вы чувствовали, что что-то должно, вот вас накрыть должно, понимаете, вот этой милостью Всевышнего, которая уже накрыла нас. Каждый день накрывает. Не каждый знаю. Миг. Ну, не надеялся ничего даже, не было. Все равно, да. Какой-нибудь дуа делали? Может, у вас какие-то секреты есть? Я не знаю. Может, что-нибудь потерли? Я не знаю. Может, вы кому-то помогли? Вы не знаете. Ну, помогать-то мы всегда помогаем. Ну, алхамдулилля, дай Аллах, чтобы... На самом деле, вы представители очень такой серьезной, благородной профессии. И я так понимаю, что вышел на связь наш человечек. Да? Он готов с нами общаться? Соединяйтесь. Он на связи? Слушайте, друзья мои, давайте. А почему мы же? Это был Тагир Чигуев, обладатель путевки на хадж в этом году. И мы с ним общались. И мне говорят о том, что мы соединились с победителем сегодняшнего розыгрыша. Ассаламу алейкум, рахматулла. Меня зовут Магомед Расул Абакаров. Я сейчас веду передачу онлайн на канале ННТ в Триколоре. 812-я кнопка. Вы можете включиться и смотреть, если у вас есть Триколор. Это раз. И... Слушайте, как вас зовут? Меня зовут Ахмед.
Ахмат, я надеюсь, вы за рулем, вы едете за рулем прямо сейчас, да? Да, я в Санкт-Петербурге, я вас хорошо слушаю. Вы бы лучше припарковались бы где-нибудь, а? Чтобы во-первых... Алхамдулиллах, Аллах, у нас все нормально. Слушайте, мы вас поздравляем. Вы только что стали обладателем путевки в хадж 2018 года. И вы будете одним из 4 миллионов паломников, которые отправятся к священным местам Мекки и Медины в этом году. С чем мы вас и поздравляем. 28 439 человек сегодня вас поздравляет. Это все, которые были подписаны. И именно Всевышний вас выбрал, чтобы отправить в хадж в этом году. Вы чем занимаетесь, уважаемый Ахмад? Я работаю дальнобойщиком. Дальнобойщик? Ого-го, какая... Это на самом деле очень сложная работа. Слушайте, вы в хадже были когда-нибудь? Нет, я не был в хадже. Мне вот... Вы прислали смс, что я выиграл хадж. Я очень хотел бы обрадовать свою мать и подарить ему эту путевку. Слушайте, вы кто по национальности? Я ингуш. Ингуш, замечательно. Алхамдулилля, у нас немало братьев с соседних республик становятся обладателями этих путевок. Несколько человек с вашей республики уже стали обладателями путевок. Более того, и, по-моему, совершили обряды поклонения малого хаджа и большого. Также из Чеченской республики, есть из Киргизии, Казахстана. Слушайте, вы говорите, вы матери хотите подарить эту путевку? Да, да, да. А вы маме уже позвонили, сказали об этом? Да, я маме сказал, она очень рада. Вам сколько лет? Мне 28. 28 лет. Слушайте, семья, дети, кто? Вы в Санкт-Петербурге один живете или как? Я вот 1 июля женился сам. Вот я сам приехал, пока один, жена дома, пока детей пока нету. Иншаллах, Рахман, будет, дай Аллах, чтобы Всевышний вас одарил благодатными детьми, которые будут радовать и вас, как родителей, и всю умму пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Мама в хадже, я так понимаю, не была? Мама не была, отец был. Ну, вы как сын, конечно, сделали на самом деле очень такой поступок красивый. И я думаю, Всевышний Аллах вас вознаградит отдельно и за это, и позовет еще, иншаллах, рахман, не раз в хадж. Слушайте, вы говорите, работаете дальнобойщиком. Это какие рейсы? Куда вы совершаете их? Я по Санкт-Петербургу езжу. Понятно. Какие-нибудь пожелания подписчикам Умра Хадж? Вы, кстати, об этом проекте откуда и как узнали? Я у самого первого раза уже давно подписан Умра Хадж. Я активно подписываюсь. Постоянно. Всегда подписывайтесь. Слушайте, какие-нибудь пожелания всем тем, которых сегодня, ну, как бы, мимо нас прошла все-таки, и Всевышний Аллах вам дал. Что вы нам всем пожелаете? Всем братьям, сестрам я желаю, чтобы все выиграли в Хадж, чтобы Аллах им дал возможность посетить эти святые, священные места Мекка и Медина. Амин, амин, амин. Вы просили у Аллаха, как-то просили или ночью просыпались? Как, почему? Я вот задаю вопрос всегда. Почему именно вот вам, например? Я постоянно после намаза, как только начинался новый этот самый розыгрыш путевки, после намаза всегда делал дуа, чтобы я получил эту путевку, чтобы мог обрадовать свою мать. Постоянно просил об этом. Вы с самого начала решили, что матери отдадите путевку? Да, да, да. Дай Аллах, чтобы мать совершила хадж самым лучшим образом. И я даже не сомневаюсь, учитывая то, что все-таки поддерживает нас компания Марватур, а это люди, которые много лет занимаются обслуживанием паломников. Дай Аллах, чтобы все самым лучшим образом сложилось, и Всевышний вас, и вашу супругу, и ваших детей, всех, кого хотите, чтобы отправил в хадж еще не раз. Вам всего самого наилучшего, огромное спасибо. Подписывайтесь и другим тоже рекомендуйте подписываться. Постоянно всем рекомендую. У меня вся семья подписана. Хорошо, вам всего самого наилучшего. Вассаламу алейкум ва рахматулла. Аллах одарует вас раем. Ва алейкум салам ва рахматулла. Нас всех.
Слушайте, ну, замечательная история. И всегда, каждая история, она бывает удивительно интересная и трогательная. Когда, вот, я думаю, у этого человека искренность в намерении была... Вот на самом деле этот человек был очень искренен в своем намерении, потому что Всевышний именно его выбрал. И пока я совсем не растрогался, я хочу пригласить сюда на сцену человека, очередного исполнителя Нашида. Это будет Рамазан Меджидов, которому я передаю микрофон. Друзья мои, мы только что разыграли одну путевку хадж, и нам еще предстоит еще один розыгрыш в 200 тысяч. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и в Инстаграм, в прямом эфире тоже.
Это был Рамазан Меджидов, друзья мои, онлайн прямой эфир. Мы продолжаем общение, и мы разыграли одну путевку в хадж от аккаунта Умра нижнее подчеркивание хадж, одну из сотен путевок, которые уже разыграны, осчастливили еще одного человека здесь и сейчас в прямом эфире на канале ННТ. Нас ждет еще один розыгрыш, а пока я хочу еще раз позвать сюда руководителя проекта Умра хадж Султанову Фатиму. Фатима, слушайте, ну вот сейчас люди отправятся в хадж к священным местам Мекки и Медины. В принципе, как бы к логическому завершению подходит сезон, да? И уже первые паломники уже отправились в хадж. И на вашей страничке я даже видел, что обладатели путевки отправились. Ну, а что дальше? Дальше, конечно, у нас планируется очень много интересного. Во-первых, это вечер нашидов. Вот, я сейчас здесь это объявляю, ко встрече паломников он будет у нас. И вообще мы хотим там разыграть. Даже так? Да, уже встречи паломников. Слушайте, как люди работают, замечательно. Вот когда первый раз, когда приехали наши паломники в прошлом сезоне, мы организовали просто такой небольшой мавлид, потому что там было 40 человек. Сейчас у нас их 76, вот, и в общем получается 116 паломников. Вот сейчас 117-я была разыграна, и в честь них мы будем организовывать вечер нашидов, приглашаем всех. И еще там будут разыграны три путевки. Когда вечер нашидов, когда предполагается 21 сентября, иншалла. Сентябрь месяц. Иншалла урахман. Так, как правило, эти вечера нашидов, они бывают, ну, понятно, будут продаваться билеты также. Конечно. Но эти билеты, опять-таки, используются, по-моему, как правило, в благотворительных целях. Да, часть, конечно, будет использована благотворительность, остальная на организацию самого вечера. И разыграно будет три путевки на малый хадж по билетам. Фатима, можно я задам один вопрос, конечно, который так или иначе вот бывает? Вот червячок же точит всех нас так время от времени. А вам тогда что? Ну, конечно, я не буду говорить, что я не зарабатываю. Естественно, это моя работа. Я, конечно, имею определенный процент, как и все мои работники, без этого никак, потому что мы должны хоть на что-то жить. Это же все-таки этот проект занимает всю мою жизнь, всю мою весь мой день. Сколько человек помогает вести проект? У нас 12 человек. 12? Угу. Слушайте, у вас такое маленькое предприятие, понимаете? Да, есть такое. Спонсоры? Есть люди, которые постоянные? Да, конечно, у нас есть постоянные спонсоры. Вообще у нас их более 1500 непостоянных, а постоянные около 20 человек. Да, кстати, нас здесь тоже наши поддерживают, пришли, за что им огромная благодарность, потому что они как мотор этого проекта, потому что без них у нас тоже ничего не получилось бы. Сколько... разыграно путевок? Да, да, да. Так, на хадж у нас разыграно 56 путевок именно в этом сезоне и 20 путевок на малый хадж. Вы сами сколько раз в хадже были? Вы, наверное, оттуда не вылазите, люди же думают. Так. Нет, я в прошлом году один раз была в хадже, и в этом году в месяц Рамадана первый раз. Да, один раз. Первый раз. Человек, который отправил 116, да? Да, человек. 116 человек отправил в хадж. Сам в прошлом году первый раз совершил хадж. И я не на свои деньги совершила. Я хочу заметить, это также мои спонсоры, они втайне от меня отправили меня в хадж. Втайне от вас? Да, они собрали деньги и оформили путевку. Молодцы, слушайте. Здесь у нас люди, хорошие люди. У нас земля хороших людей, даже не сомневайтесь. Алхамдулиллях, много у нас хороших людей. Не только здесь, вообще. На земле много хороших людей. Дай Аллах, чтобы... так всегда было, а, ну, плохие, ну, бывают, да, что теперь делать? Что будем разыгрывать после хаджа, я вот не знаю. Как... А можно я оставлю это в секрете? Да? Что сейчас будет после сезона хаджа, пока вот люди приедут, мы, просто... конечно, пустовать страница не будет, все равно она должна двигаться, развиваться, у нас кое-что интересное намечается на таком шуточном варианте. В шуточном варианте? Да, да. Ой, я даже боюсь предположить, куда вы отправите человека. На Марс точно не отправим. Хорошо, давайте тогда, друзья мои, выведем очередной раз. Далеко не уходите, Фатима, давайте вместе контролировать этот процесс. Итак, очередной раз мы выводим на экран генератор случайных чисел. И у нас предыдущий, вот так сказать, 26940, это цифра, которая была победителя сегодняшнего розыгрыша. Общее количество... человек, который участвовал, 28254, я опять немножечко перепутал, 28254 человека участвовало в этом розыгрыше,
И кто знает, вы только что нажали, да? Да. И хочу поздравить, надеюсь, человека, который будет под этим аккаунтом 2021, что там было? 21484. Программа Excel закрепляет в случайном порядке всех тех людей, которые зарегистрировались на аккаунте и были подписаны на спонсоров. Магомедов. Так, секунду. Магомед. Человека зовут Магомед, его лицо, пожалуйста, на экране. Магомед 1674. Аккаунт открытый, одно условие соблюдено. Далее. Можно телефон? Фатима Султанова, руководитель аккаунта, сейчас проверит спонсоров, на которых должен быть подписан этот человек. И можно, я хочу сейчас проверить, я хочу написать ему в личку, что он стал обладателем путевки. Так, я так понимаю, он на спонсоров подписан, а техническая служба 12 человек, вы сказали, да, как да. Замечательно. Нам уже помогают и подсказывают, говорят о том, что в принципе условие соблюдено, он подписан, так? Да, он подписан. Он подписан, и он становится обладателем приза в размере 200 тысяч рублей, друзья мои. Человек, если захочет, сможет, ему как бонус будет дана возможность, в случае, если он захочет, оформить путевку в хадж в этом году. Но это уже его личное дело, я так понимаю. Я пишу ему в директ, прошу номер телефона. И сообщаю ему о том, что он стал обладателем. Друзья мои, Магомед 1674 становится обладателем следующего приза от аккаунта Умра нижнее подчеркивание хадж в размере 200 тысяч рублей. И в случае, если это возможно, мы постараемся с ним связаться. А пока давайте послушаем еще один нашид в исполнении группы «Нашидуль Ислам». كل القلوب إلى الحبيب تميل وما عيب هذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل وما عيب هذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل
لما بدت فوق الخدود تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل وما عب هذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل صارت دموع العاشقين تسيل Ашуров Мухаммад Шафи, группа «Нашидуль Ислам». Друзья мои, наш эфир потихоньку стремительно подошел к концу. В течение часа мы смогли разыграть путевку в хадж. 117-я путевка в хадж сегодня была разыграна в эфире канала ННТ, нашего национального телевидения, от проекта «Умра», нижнее подчеркивание, хадж. Обладателем бонуса второго розыгрыша в размере 200 тысяч рублей стал еще один подписчик этого проекта, но с ним, к сожалению, мы не смогли пообщаться. Время наше благополучно подошло к концу. Сезон хаджа начался 2018. Первые паломники отправились к священным местам Мекки и Медины. Кто-то уже ходит по этим благословенным землям. Кто-то уже находится рядом с пророком Мухаммадом, алейхиссаляту вассалам. Я надеюсь, наши паломники передадут от нас всех салам пророку и посланнику. И не забудут в молитвах и нас, и представителей проекта «Умра Хадж», и спонсоров этого проекта, и подписчиков, всех тех, кто помогает, всех тех, кто хочет к этим священным местам Мекки и Медины, всех тех, кто отправляется из Дагестана, из других республик. Просите за всех мусульман, за всех людей.